Привет всем! В этом видео я покажу, как можно быстро и качественно реанимировать старые струны на гитаре. Этот способ подойдет абсолютно всем, потому что он не требует варки, он не требует покупки новых струн и плюс ко всему работает. В самом деле это, по-моему, лучший способ. Итак, смотрим. Для этого нам понадобится гитара со старыми струнами и влажные салфетки, да. Вот, все, что нам потребуется, это достаем салфетку одну штуку. Ну, даже одна досталась. Итак, вот она салфетка. И начинаем от самого основания струны. Преимущественно басовые протираем, которые в оплетке. Тонкие не надо. И начинаем вот так вот. До самого верха. Протираем хорошенько струну. Следующую прям берем ее вот так. Вот так вот, раз. Все. Третью берем, четвертую, все. Ай, как же они пищат противно. Ну, в общем, после этих манипуляций